Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня будет обзор по 8-му каталогу продукции Avon. То, что у меня здесь есть. Кому интересно, пожалуйста, оставайтесь со мною. На мой взгляд, у меня заказ сегодня очень такой интересный, потому что много новиночек. Тут и сумка, и брючки. Ну, в общем, давайте не буду раскрывать все свои секреты заранее и покажу вам. Здесь у меня... Вы видите, это уже новые каталоги. Здесь 9 и 10. Также здесь распродажа. Так, что еще здесь у меня? Разные предложения вот такие вот тоже есть. Ну, как всегда, быстренько покажу, конечно. Но более подробно буду уже рассказывать там в обзорах, в лучших предложениях. Вот здесь положили два пробных образца, один Кристиан Лакруа и Бижу. Вот, не знаю, видимо, они как-то шли, в общем, положили. Так, давайте буду показывать сначала большие такие вот вещи. Значит, заказали у меня два вот таких вот больших геля. Они по 700 или по 500? По 500 миллилитров эти. Ну, у нас бывают и по 700 миллилитров. Это гармония небесная с ароматом ландыша и яблоко, крем-гель для душа. Очень приятный аромат. А это моменты безмятежности. Пленительные причем. Крем-гель для душа. Вот это вот один из самых моих любимых крем-гелей для душа. Заказала я его себе, на дачу повезу, такой вот большой пузыречек. Очень он нежный, очень мягкий, при соприкосновении с кожей, кожа прям становится такая бархатная. Ну, вообще суперенный крем-гель, кто не пробовал, очень даже советую его попробовать. А еще заказан у меня вот такой вот гель для душа Тропики, маленький, 250 миллилитров. Папайя персик, это из новинок, великолепные тоже новинки вот эти вот. В прошлом обзорчике я показывала все три. Малина, лайм еще там что-то, не помню. И вот этот вот, тропики. Малина самый мой классный, любимый. И потом вот этот тоже очень здоровский. Ребенок у меня маленький любит вообще вот это вот прям. Мама, дай мне персик, так вот и говорит. Так, дальше, это у меня тоже заказ, это череш, очень завоевала популярность, быстро это вода, кстати, в 8-м каталоге, вон там вы видите, да, там еще новинка одна вышла у нас, тоже водички череш, ну, а это классический у меня заказали, тоже хорошая, стойкая вода, многим она пришлась по вкусу. Дальше, покажу вам расчесочку Tangle Teaser. Вот такую вот золотую. Вы знаете, это заказали у меня на работе, ну, напарница моя, конечно же, она мне разрешила ее открыть и посмотреть. Ой, как она мне понравилась, великолепно. Я себе обязательно вот 100% закажу еще, вернее, да, себе. Потому что она такая милая, она такая суперенная. И хочу сказать еще, что многие, ну вот смотрю блогеров, да, говорят, не знаю, как бы боюсь в Эвоне там заказывать, оригинальная она или нет. Я вас уверяю, это оригинальная расческа, поэтому не сомневайтесь и берите. Тем более, если вы представитель, и она в каталоге, например, 1050 стоит, а так с 31% скидкой, ну, посчитайте, она выходит где-то рублей 700. Ну, обманывать точно не буду. Но дешевле, мне кажется, нигде ее не найти, потому что смотрела я и в интернет-магазинах, но везде подороже, где-то 900, вот так вот. Вот. Посмотрите, какая милая. Вы знаете, у нас... Кто помнит, была такая расческа розовая, тоже Tangle Teaser. Вот эта, она немножко поменьше. Ну, я не скажу, что намного. А та розовая, она где-то вот такая вот. А вот эта золотистая, немного поменьше. Но у нее такой клевый вообще дизайн. Вот реально понравилось. Здесь, чтобы удобно, да, носить было в сумочке. Можно без косметички, без всего. Супер расческа, и не знаю, но что-то в этих расческах есть.
не знаю, как это все сделано, но действительно, это очень классные расчески. Поэтому, у кого еще нету такой расчески, обязательно, даже из этой расчески можно зарегистрироваться в компании, я считаю, чтобы получить ее дешевле. Обязательно закажу себе еще для сумочки такую прелесть. Вот. Так, сюда поставим красоту. Ой, поставила, называется. Так. Так что, девочки, мальчики, заказывайте, кто еще не заказал. Дальше у меня такое вот средство заказали. А Искли Раскин, это умывалка какая-то, салициловое очищающее средство быстрого действия для проблемной кожи. Она содержит 2% салициловой кислоты. Оно, знаете, такое, в принципе, я его себе заказывала. Кстати, что-то давненько не заказывала, надо попробовать. Это средство, ой, попробовать, говорю, надо заказать. Это отличное средство для... лето. Для лета это вообще вот так вот, потому что салициловая именно кислота, она будет снимать, знаете, такие вот и покраснения какие-то легкие, и шелушения. Летом вообще классно очень средство. Обратите внимание на это. Так, дальше давайте я вам покажу два солнцезащитных средства. Ну, понятно, что сейчас эти средства практически... будут присутствовать в каждом заказе. Значит, вот это вот шестерочка, это заказала тоже у меня знакомая. Она, в принципе, даже никуда не едет, поэтому заказала шестерку. Ну, я имею в виду в жаркие, в дальние края. Для дачи, как сказала она. Лето у нас жарких особо не бывает, поэтому, ну, попользуется шестерочкой. Я думаю, не обгорит. И опять же, она заказала по... моему уже совету, вот это вот любимейшее мое средство, увлажняющее масло спрей для усиления загара. Девочки, оно и не сгорите вы, если им будете пользоваться, ну, в таких, не в слишком жарких широтах, а вот как у нас там Тверь, Москва, Питер, будете мазаться, не сгорите. Вот. И загар ровный и такой прям с бронзинкой такой вообще... очень мне нравится, сама пробую, сама постоянно его беру, поэтому, конечно же, смело советую всем своим клиентам. Кто брал, все довольны. Не было у меня еще плохих отзывов об этом средстве. Так, что дальше? Дальше у меня одна из новиночек, такой вот карандашик, но это заказ, я его не буду, конечно, открывать, потому что это клиент. Клиентский заказ. И также она заказала у меня Супер Шок. Знаменитая тушь. Про нее говорить, по-моему, просто нечего. Кто не пробовал, обязательно попробуйте. Я не скажу, что эта тушь Супер Шок, она подходит абсолютно всем. Конечно же, нет. Но 80, наверное, процентов, 70 людей, клиентов от этой туши в восторге. Поэтому, если не пробовали, попробуйте. Возможно, она станет вашим любимчиком. Что у меня еще здесь? Конечно же, посмотрите, такой вот замечательный лачок. Он у меня на ногтях. Заказала я его себе. Так, я покажу вам, как он называется, потому что специально заложила, поработала, скажем так. Девочки, вот. Это серия, значит, лаков, сейчас скажу. Так, а где написано, не вижу. А, эксперт цвета, да, чух, господи, я. Эксперт цвета вот так вот, вот выглядит. А, тропическая орхидея называется. И, ну, смотрите, очень-таки даже совпадает, правда, цвет с заявленным. А, вот такой вот замечательный нежный цвет. Он мне очень понравился изначально. И видите, вот покрытие я сверху ничем больше не покрывала. Маникюр я делала вчера. Вот так вот замечательно пока еще блестит. Но вчера, девочки, делала, честно говоря, вечером. Поэтому, конечно, еще я не мыла, ничего не протирала. Ну, так вот. То есть, вот
такой вот, такой замечательный блеск, такой замечательный финиш. Тоже одни из самых моих любимых лаков, это из Avon, это гель-лаки и вот эти вот эксперт цвет, вообще отличные лаки. А, накрашено в два слоя. Я не скажу, что полосят в один слой, как бы, да, не особо мне понравилось, нанесла два слоя и все, вот так вот замечательно, замечательно, красиво и суперенно. Так, дальше, давайте сразу же покажу блеск, тоже заказала себе. Так вот, летом, вы знаете, я перехожу на блески. Не, уже вот как в конце мая я уже наношу на свои губы помаду и не нравится мне, потому что я какая-то горячая, и у меня помада на губах, температура тела повышается, да, и помада на губах дискомфортно себя чувствует, она начинает растекаться, даже независимо от того, припудриваю ли я там губы, ввожу я их карандашом, все равно помады летом я не люблю. Поэтому летом все время я перехожу на блески. Вот эти вот блески, они мне очень нравятся. Единственное, что в 8-м каталоге я посмотрела, что-то я не нашла. Это как-то бриллиантовое сияние, ну вот с таким вот колпачком. Не помню, как точно называется, потому что заказывала я его по Avon клубу. Там он стоил, по-моему, что-то около 40 баллов. Давайте покажу сводчик. Замечательная такая вот, хотела сказать, помадка, блеск. Ну, такое что-то, знаете, кораллово-розовый. Вот, такой клевый. С хорошим, я бы даже не сказала шиммером, а с блеском. В общем, мне такие нравятся. И поэтому летом буду с удовольствием пользоваться. Приглядитесь, у кого баллы есть в Avon клубе, вот именно вот с такой вот. Вот с таким вот колпачком. Да, вот плоская лопаточка. Как будто вы наносите пальчиком, как будто пальчиком, мизинчиком таким вот нежным. Тоже очень приятная кисточка, такая мягкая, гнущаяся, не грубая, как вот бывают блески. То есть вот за счет этого я люблю именно эти блески. Дальше я вам покажу еще такая вот игрушка. Как это, йо-йо она или что-то, и как она называется-то, боже мой, забыла. Сейчас я минуточку подгляжу. У меня здесь есть журнал с этой игрушкой. Так, вот она в журнале, выглядит таким вот образом. 490 рублей, да, игрушка йо-йо с подсветкой. Не буду, конечно же, я вам показывать, как она работает, потому что хоть и разрешила мне моя подружка-то распечатать и посмотреть, но, конечно, уже веревочку не буду. Вот, ну, просто вот так вот покажу, как это все выглядит, как это смотрится. Очень красивая штука. Ну, поэтому у меня ее и заказали, наверное, мальчишке своему. Так, в общем-то, практически здесь все, мои хорошие. Дальше, у меня вышел очень большой конфуз вот с такой вот сумочкой. Сейчас я вам ее покажу изначально в каталоге. Так, она была не в каталоге, она была вот в этой вот брошюре. Вот, значит, стоит она 899 рублей, называется «Женская сумка Анетта». В каталоге она мне очень приглянулась. Люблю сумки такие маленькие, через плечо. Ходить, гулять по магазинам, в общем-то, куда угодно. И поэтому я ее заказала. Но, сейчас покажу, чего но. Когда я ее вскрывала, я увидела, что пакет был как вот разрезан. И сразу прокралась мысль, что не попал ли этот разрез на сумку. Короче, как бы меня немножко прервали, зазвонил телефон, пришлось долго пообщаться с человеком. Маленько я забыла, что говорила в начале про эту сумку. В общем, первый раз у меня такой казус вышел. Видите, она действительно как прорезана. Вот. Обидно, честно. Очень неприятно. Естественно, я буду делать возврат.
Возврат на самом деле, девчонки, делается очень просто, ничего сложного там нету. Сниму скоро видео и загружу в плейлист все об Avon. Кому нужно, пожалуйста, тоже проходите и смотрите. Вы знаете, сумка мне не понравилась. Даже несмотря на этот минус, она какая-то грубоватая. Это раз. Во-вторых, она маленькая. Она здесь как бы более-менее широкая. Вот тут вот, да. А вот сам вот этот вот карман, куда залезаем мы, ну, как-то мне показался маловатым. И поэтому возвращать я ее буду однозначно. Вот так вот покажу вам. Подкладка, ну, что-то среднее. Здесь один вот карман. В принципе, так я не скажу прям, что совсем-совсем она мне не понравилась. Конечно, она такая вот одна из оригинальных сумочек Avon. Неплохая раскрасочка. Здесь на кнопочке. Здесь все тоже так вот как бы качественно сделано. Ниток абсолютно нигде ничего не торчит. Если бы она была не бракованная таким вот образом, я бы ее оставила, честно. А так, конечно, сделаю возврат и, наверное, заказывать уже не буду. Буду присматривать что-то себе другое. Такая вот она мягенькая. Это тряпочная сумочка. Ну, на самом деле жалко. К сожалению, получилось так. Так, положу ее сюда. И последнее, что у меня в заказе, это такие вот брючки. Сейчас я вам их покажу в журнале. Ну, леггинсы, да. Джеггинсы, вернее, джинсы плюс леггинсы, джеггинсы. 1499 рублей. Они под 15% они скидки идут, независимо от заказа. Взяла я себе 48-50 размер. Это элечка. И покажу вам, конечно же. Если у меня будет время, я очень постараюсь одеть их прямо-таки на себя и показать. Вот здесь такие змеечки, они расстегиваются. Вы знаете, девчат, материал не такой, как в джеггинсах, которые вот, ой, это тут у меня щелкает вот эта штучка, липучка. Не такой тянущийся, не такой плотный, как в обычных джеггинсах, которые у нас продавались до этого. Синий, черный там, да. Он более хлопковый, он более такой приятный к телу, более тонкий. Но действительно прям хлопковый, прям прихлопковый. К телу очень здорово. На лето в них будет вообще не жарко, поэтому советую. Мне понравились. Я их примерила, они мне очень подошли. Прям 48-50. Сел по фигурке просто идеально. Так, ну здесь это зад. Здесь такой карман. Здесь такой же идентичный кармашек. Ну, тоже, как вы видите, нигде ниток ничего не торчит. Перед вот так. Вот здесь, конечно, все без змеек. И такой вот очень широкий поясочек. Вот видите. Это классно, потому что у кого есть лишний животик, очень здорово прячет. Я вообще люблю брюки, джинсы, там, ну, те же леггинсы с завышенной талией. Вот. Поэтому, в общем, брать на больший размер я не советую. Они идут практически, да, размер в размер. Они должны быть, знаете, так вот обтягивать, хорошо держать, чтобы был от них какой-то такой интересный эффект. Резиночка, она вот так вот тянется. Вот и все. Кому понравилось, ставьте пальчик вверх.
Девочки, подписывайтесь на мой инстаграм. Все новинки там у меня, конечно же, в первую очередь, быстрее, чем пока я сниму видео, пока это пройдет вся обработка. Вот, инстаграм будет тоже в инфобоксе внизу под этим видео. Подписывайтесь в группу мою по Avon, кому это интересно. Там я тоже выкладываю постоянно разные новиночки и отзывы свои, и видео также выкладываю. Кстати, сейчас у меня в группе Avon ВКонтакте проходит конкурс в подарок мужской Today. Конкурс у меня там тоже постоянно. Поэтому подписывайтесь, кому интересно. Все. Всем пока-пока. Ставим пальчик вверх. Кому оформится, ссылочка также будет внизу. Можете заходить на сайт, смотреть каталог, распродажи. Можете оставить анкетку и покупать все вот это вот. Всю продукцию с 31% скидочкой. Всем пока-пока. Хороших, удачных заказов и отличного настроения. До встречи.